Крошка Антошка ТВ представляет. Это едет грабитель на гоночной машине. Кто за рулем полицейской машины ловит преступников? Угадай профессию. Посмотри внимательно на картинки. Как ты думаешь, кто ловит преступников? Верно. Полицейский ловит преступников. Полицейские – это смелые, отважные люди. У них опасная работа. Они защищают нас от преступников. Целый день на полицейской машине они патрулируют город. И как только был получен экстренный вызов об ограблении, полицейские устремились в погоню. Под вой полицейской сирены они смело выполняют свою опасную работу. Да, иногда догнать преступника бывает не так-то уж и просто. Преступник хорошо подготовился и на гоночной машине уходит от погони. Давай поможем полицейским найти грабителя. Посмотри на карту города и найди место, где спрятался грабитель. Нашел? А теперь помоги полицейским выбрать верную дорогу к этому месту. Ну что ж, отлично! Вот верный путь к месту, где прячется грабитель. Полицейские начинают задержание. Преступники, берегитесь, вам не уйти от полиции. Кому какая машина нужна? Это фермер. И для работы на ферме ему нужен транспорт. Может, такая машина ему пригодится? Нет, ему нужна другая машина. Вот дорожный каток. Будет фермер работать на нем? Нет, не будет. А это скорая помощь. Разве наш фермер заболел? Нет, езжай дальше, скорая помощь. Ничего себе, какая машина! На ней поле не вспашешь. Автокран не подходит. Что за машина поможет фермеру вспахать поле? Мы нашли машину для фермера. Это трактор. Он и сено в прицепе привезет, и поле вспашет. А это автогонщик на гоночном треке. На какой машине он выиграл гонку? На бетономешалке? Это просто смешно! А машина такси может участвовать в гонках? Нет, у нее другая работа. Пожарная машина! Она, конечно, едет быстро, но только на пожар. А вот еще одна машина. Спортивный кузов. Мощный мотор? Да, именно на этой машине он выиграл гонку. Гоночный автомобиль для автогонщика. Давай посмотрим, кому мы сегодня помогли найти нужную машину. Фермер и трактор. Автогонщик и спортивная машина. Мы молодцы! Вот пожарная машина. Подпишись на канал Крошка Антошка ТВ, и мы узнаем, кто поедет на ней тушить пожар. Угадай профессию. Покажи, на какой картинке тот, кто тушит пожары. Верно. Пожарный тушит пожары.
Как ты думаешь, какой из этих предметов пожарный не возьмет с собой на пожар? Правильно, дорожный чемодан ему не пригодится. А шлем, огнетушитель и пожарный шланг он обязательно возьмет с собой. Все пожарные заранее готовят все, что им пригодится во время пожара. Они проверяют, все ли исправно в пожарной машине. Ну вот, пожарный автомобиль готов к работе. Поступил вызов на пожар. Бегом в машину. Каждая минута дорога. Пожарный расчет занимает свои места в машине. Скорее в путь! Как хорошо, что пожарные успели все приготовить заранее. Видите, ребята, даже когда нет пожара, у пожарных есть работа. Повсюду дым, значит, мы приближаемся к месту пожара. Пожарные прибыли и сразу начинают тушить пожар. Какая опасная работа! Но пожарные справятся, огонь будет потушен. Угадай, кто здесь шахтер? Правильно, вот шахтер. Он работает в шахте. Как ты думаешь, что шахтеры добывают в шахтах? Драгоценные камни? Руду? Или пирожные? Пирожные? Нет, конечно. А вот руду и драгоценные камни шахтеры действительно добывают в шахтах глубоко под землей. Шахтер – это тяжелая и опасная профессия. Смотри, с помощью отбойного молотка шахтер добывает полезные ископаемые в забое. Забой – это место в шахте, где работает шахтер. С помощью своего инструмента он откалывает куски от породы, затем их грузят на вагонетки. Это специальные тележки на колесиках. И вывозят в них на поверхность земли добытую ценную руду. Не всюду в шахте бывает достаточно освещения. Поэтому перед тем, как спуститься в шахту, каждый шахтер надевает на голову каску с фонариком. Этот фонарик освещает дорогу в шахте и место работы шахтера. Представляешь, большую часть своего времени шахтеры проводят глубоко под землей, выполняя сложную и опасную работу. Вот такая нужная профессия – шахтер. Кому какая машина нужна? Вот автомеханик. На каком транспорте ему привозят поломанные машины на ремонт? Полицейская машина? Нет, она может привести нарушителя в участок. А может, самосвал? Нет, он возит строительные грузы. Ну, тогда автобус. Автобусы возят пассажиров. Чтобы привезти поломанную машину в автосервис, нужен эвакуатор, а автомеханик ее обязательно проверит и отремонтирует. Играем дальше. Почтальону тоже нужна машина. Кухня на колесах может возить почту? Нет, только еду. Ты какую еду любишь?
Наш почтальон любит фруктовый салат, но ему нужна машина. Гоночный болид. Ой, но здесь нет места для почты. Ну, может, тогда мусоровоз подойдет? У него очень большой кузов. Нет, конечно, мусоровозы не возят почту. Смотрите, едет фургон. Да не простой, а почтовый. Почтовый фургон – отличная машина для почтальона. Давай посмотрим, кому мы сегодня помогли найти нужную машину. Почтальон и почтовый фургон, автомеханик и эвакуатор. Мы молодцы! Кому какая машина нужна? Это врач! Давай найдем машину, подходящую для врача. Вот такая машинка кабриолет. Нет, врачи не ездят на таких машинках. А может это? Нет, грузовичок тоже не подходит для врача. Тогда это? О нет, врачи не ездят на погрузчиках. А вот это? Ура! Мы нашли машину для врача! Это скорая помощь. Играем дальше. Вот полицейский. А вот пассажирский автобус. Нет, автобус не подходит для полицейского. Как вам гоночная машина? Только если это секретное задание, а так не подходит. Полицейские ездят на мусоровозах. Нет, полицейские не должны ездить на мусоровозах. А эта машина? Точно! Полицейская машина для полицейского. А вот повар. Подберем машину для повара. Может, самосвал? В кузов поместится много продуктов, но повар на такой не поедет. Может, спортивная машина? Неплохо, но в ней нет места для кухонной плиты. А если грузовичок? Там есть место для плиты, но повару он тоже не подойдет. А это машина? Да, конечно, фудтрак или кухня на колесах. Это для повара. Играем дальше. Вот пожарный. Машина такси подходит для пожарного? Нет, на такси на пожар не едут. А бетономешалка? Пожарному бетономешалка не пригодится. А эта машина? Она красная и быстро ездит, но она тоже не подходит. Еще одна машина. Да! На ней будет ездить пожарный. Это пожарная машина. Это строитель. Ищем машину для него. Нет, это машина для полицейского. Так, а эта машина? Тоже нет, она для врача. Следующая машина. Это подошла бы пожарному. А этот грузовичок с инструментами? Точно, это строительный грузовичок для строителя. А это космонавт. Ну? Тут все понятно. Космонавты летают на ракетах.
А теперь повторим профессии, которые мы сегодня выучили. Полицейский, врач, пожарный, повар, строитель и космонавт. Вот строится дом. Но чтобы построить дом, его сначала надо придумать. Ты можешь найти и показать, кто придумывает, как будет выглядеть будущий дом. Вот! Это архитектор. Именно благодаря ему дома бывают такими разными и красивыми. Архитектор придумывает разные идеи будущих домов. Прежде чем начать стройку, строитель получает от архитектора подробный план дома. Когда архитектор создает идею дома, он должен придумать, как сделать так, чтобы здание было не только красивым, но и прочным, надежным и удобным. После того, как архитектор придумал дом, он делает уменьшенную копию будущего дома. Она называется макет, чтобы посмотреть, как выглядит дом на самом деле. Архитектор работает не только в своем кабинете, но когда дом уже строится, он приезжает на стройку и проверяет, если дом строится именно так, как он придумал. Вот какая творческая и ответственная профессия архитектор. Вот архитектор. Он пришел посмотреть, правильно ли построили новое здание. Ой, посмотри, на верхнем этаже не установили 2 окна. Давай поможем нашему архитектору подобрать окно нужной формы. Посмотри внимательно, какая форма окна подойдет. Правильно! Мы помогли архитектору. Мы молодцы. Ребята, посмотрите, какой красивый трактор. Но странно, почему же за рулем не фермер, а полицейский? Как же так? Неужели он перепутал машину? Надо разобраться. Вот разные машинки. Пожарная, полицейская, трактор, о, даже подводная лодка и скорая помощь. А вот человечки разных профессий: подводник, полицейский, врач, пожарный и фермер. Вот пожарный. Смотрите, какое у него снаряжение: защитный шлем и баллоны для дыхания. А какая ему нужна машина? Правильно, пожарная. Так, где же моя машина? Ребята, это моя машина? Нет. Пойду дальше. О, классный транспорт, но это не моя машина. Может, это моя машина, а, ребята? Нет, тоже не моя. Ух ты, полицейская машина! Но она мне не подходит. О, моя машина! Ура, ура! Как же я рад, что нашел ее! Ура! Теперь пожарный нашел свою пожарную машину. А это подводник. На нем водолазный костюм со шлемом. А еще ему нужна подводная лодка. Идем ее искать. Мне надо найти свой транспорт. О, пожарная машина. Парень, ты нашел свою машину? Рад за тебя. А это полицейская машина. Моя ли она, ребята? Конечно, нет. А может, трактор? Что скажете? Нет, это не моя машина. Ну а это? Это моя машина?
Да, да, я нашел свою подводную лодку. Подводная лодка – это транспорт для подводников. Кто это, ребята? Точно, это полицейский. В полицейском мундире со значком и в форменной фуражке. Итак, какую машину будем искать? Конечно, полицейскую. Ну что, ребята, это моя машина? Не моя, верно. Так, интересный транспорт. Дружище, я смотрю, ты нашел свою машину. Отлично. О, это моя машина? Нет, хотя я могу использовать любой транспорт, если я на задании. А это? Моя машина. Да, конечно, моя. И полицейский нашел свою полицейскую машину. А это врач в медицинском костюме и в медицинской маске, защищающей от вирусов и бактерий. Врачу нужна машина. Какая? Точно, скорая помощь. Мне срочно нужно найти свою машину. Эту машину все узнают, она не моя. Привет тебе, пожарный. Посмотрю-ка на эту. Конечно, я знаю, что она не моя. Она для полицейского. О, трактор, класс! Это моя машина, ребята? Нет, не моя. Я продолжу поиски. Как интересно, подводная лодка. Для подводника не моя. Так, ребята, что это за машина? Подскажите, это моя машина? Да, это моя машина! Ура, ура! У врача машина скорой медицинской помощи. А это фермер. Он одет в рабочий комбинезон, а на голове у него кепка. Она защищает от солнца. И он ищет свой трактор. Куда же делся мой трактор? Где же он? Ух ты, какая машина! Привет, это мой транспорт. Нет? Ясно. Это подводная лодка. Привет. Я знаю, это не моя машина. Так. Ой, мой трактор! Мой трактор! Да, мой трактор! Это моя машина! Ура, ура! Ну, наконец-то! У врача скорая помощь. У подводника подводная лодка. У фермера трактор. У полицейского – полицейская машина, а у пожарного – пожарная машина. Все нашли свой транспорт. Постой, фермер, ты куда? Мы еще не досняли видео. Мне надо ехать, некогда мне. Пора собирать урожай. Счастливо, друзья! Рад был с вами познакомиться. Спасибо, что помогли найти мой трактор.